Вчера потрясенные обитатели одной из высоток на Визе в Екатеринбурге наблюдали, как их соседка-девочка на балконе терроризирует кота, стреляет в него из пистолета, бьет рукояткой и ежесекундно грозит сбросить бедное животное с 9-го этажа. Экзекуция на глазах десятков зрителей продолжалась почти полчаса, пока кто-то не догадался, что можно не только снимать это на видео и охать, но и предпринять более решительные действия по спасению неизвестно скольки оставшихся от 9 жизней бедолаги. Кто-то из жильцов 73-го дома по улице Заводской на девочку сначала хорошенько прикрикнул, и этого оказалось достаточно, чтобы она прижала хвост, уже не кошачий, свой, а то ведь дело доходило уже натурально до стрельбы. Ну да, пусть и не сильно боевой, но все же стрельбы, и девочка совершенно осознанно нажимала на спуск, пульки вылетали, кота со страху передергивала, в общем, дополнительный элемент пытки. Да, чего уж там, милая девочка, зачудительно воспитанная любящими родителями, в их отсутствие, слава богу, устроила настоящую пыточную сессию коту, который непонятно чем провинился, если вообще провинился. Но теперь, согласитесь, он имеет моральное право полностью игнорировать лоток и все свои дела делать исключительно в обувь этой юной особы. К ней, кстати, возмущенные соседи в дверь постучали, позвонили. Открывать она не решилась, ну, в общем-то, и понятно. Через охранника родителям передали, что творилось и что все это видели. Весь домовой чат, куда выгрузилось это видео, кипел коллективным возмущенным разумом. А один из соседей объявил, что и в опеку, и в полицию по этому поводу он уже обратился.